Четыре петербуржца намерены покорить Сибирь и русский север на надувном катамаране. Непрофессиональные путешественники, среди них телевизионный оператор, промышленный альпинист, активно готовятся к предстоящему покорению Сибири. В путь от Красноярска до Архангельска они отправятся в июне этого года. За оставшиеся 6 месяцев путешественники намерены детально проработать маршруты и подготовить снаряжение. Дарья Криволапова встретилась с экстремалами. 6000 километров петербургские путешественники планируют преодолеть за 4 месяца по воде. От Красноярска им предстоит пройти по Енисею, выйти в Карское море, затем через Печорское в Баренцево и, наконец, по Белому добраться до Архангельска. Оценить реальный масштаб этого пути довольно сложно, даже если рассматривать его на глобусе. Сложность этого путешествия не только в арктических водах, но и в способе передвижения по ним. Покорять Сибирь и русский север ребята будут на надувном катамаране. Сегодня они испытывают его на прочность. В очередной раз надувают баллоны, проверяя целостность конструкции. А совсем недавно вышли на нем в Ладожское озеро. В отличие от яхты, такой катамаран можно вытащить на любой берег. У него низкая осадка, то есть, по сути, мы можем идти на глубине от полуметра и вытаскивать его, ну, в принципе, на любой рельеф. На Ладоге во время испытаний мы затаскивали его на скалу где-то градусов 30 с помощью обычной автомобильной лебедки. При этом сам парусный катамаран весит немного. В собранном виде его легко переправить любую точку. Но при этом, уверяют участники экспедиции, он способен перевести около 2 тонн. Надежности ему также не откажешь. А это важно, учитывая климатические особенности северного полушария. В случае непредвиденных обстоятельств отремонтировать судно можно в полевых условиях. Мы хотим показать то, что подобные путешествия доступны, потому что общий бюджет на 4 человек получился в районе 1 миллиона. То есть за год, в принципе, это с учетом каких-то возможностей потерпеть в чем-то, это вполне осуществимо и подъемно. Вот. С учетом покупки судна. Да-да-да. То есть никакую яхту вы за такие деньги, конечно, не купите. И никакая яхта в тех местах не пройдет. И, ну, если пройдет, то не выйдет к берегу, чтобы побегать от медведей. На вопрос, зачем он в июне на север, ведь по идее лучше на юг, у ребят ответ готов. Идея пройти полстраны под парусом родилась довольно давно. Последний год они активно готовятся к ее воплощению. Здесь важна каждая мелочь, от хорошей физической подготовки до списка, что брать с собой. Было бы максимально интересно и с точки зрения географических, как-то, ну, грубо говоря, мест, которые можно посетить. И с точки зрения опыта совместить часть речную, проплыть по Енисею, пройти по Енисею. И после испытать себя, так сказать, в суровых океанических водах. Для петербуржцев это, конечно, не первая экспедиция. За их плечами замерзший Байкал. Они проехали по нему на велосипедах. И Кольский полуостров, и при Эльбрусе. Экстремальные путешествия для них не просто хобби. Хотя ребята, смеясь, говорят, почти каждый поход начинается со слов. Было бы неплохо увидеть это своими глазами. Так жить интереснее. Дарья Криволапова, Екатерина Ерохова, Станислав Субботин, Илья Уткин и Михаил Вершинин. НТВ, Петербург.